Много выпускников моих там, я был командиром батальона здесь сразу в Кавенном институте. Вот командир отряда, видите, Тормаков, мой выпускник. И так я центральную фигуру там будем говорить, называю Витязи, что ли. Ну и других по многому. Сейчас будем это, чтобы вы, единственное, я вас умоляю, потом будем встречаться с вами, будем в клубе, как в прошлый раз, чтобы ваши фамилии там нигде не были по этому. С отрицательной стороны, только положительно. Вот это я вас на это настраиваю. Мы не для этого сюда сегодня приехали, не для этого тут столько там говорю, я чуть со стыда, тут даже чуть слезу не пустил туда. Эмоции и так далее. Чтобы было все это красиво. Отслужите нормально. Мне вот, честно говорю, приятно, Павел рассказывал, когда приехал Александр Алексеевич, батя, дед, спасибо. Многие звонят и так далее, общаются, сидишь, он просто раз один раз идут, и тот говорит, Александр Алексеевич, помни, вы там нам, нас подлуп, что ли. Встречаемся, все, все надо взять.